чайник, абсолютно верно. Да, я вижу, ты его уже держишь в руках. Фантастически. Во-первых, ну 2 литра. Что тут говорить? 2-литровый хороший электрический чайник. Сколько стоит, Олесь? Я даже не представляю, сколько чайник может стоить в обычном магазине, но я свой пластиковый, а здесь, посмотрите, стальной, здесь стоит всего лишь 790 рублей. Я свой пластиковый покупала за 1900 рублей, вот сейчас, если вы не соврать. Здесь, вот мне подсказывают в колл-центре, что у нас коллега до того, как начала работать здесь на телеканале «Дисконт», за 3,5 покупал свой чайник. Ну что ж, у нас 890 рублей. Но вы скажете, ну не хромает ли при этом качество? Нет. Это бренд Mercury. Посмотрите, гарантия у нас есть от производителя. Вращение на 360 градусов, стальной корпус, идеальное нагревание. Это новинка под лотом 24473. Кстати, он не включится, если в нем нет воды. Да, тут есть специальная защита, абсолютно верно ты говоришь, специальная защита, без воды он не включится. Ну и, конечно же, когда он будет полностью приготовлен, то есть вода закипит, да, он автоматически отключится. 2 литра, но это все-таки фантастика. Хороший, хороший такой, знаете, добротный объем. Ну а самое главное, что... Как здорово, что можно место сэкономить на кухне, потому что он вращается на все 360 градусов. Сделан он из нержавеющей стали, что говорит о прочности. Удобно и практично. Кстати, вот нержавеющая сталь, она не впитывает в себя запахи? Иногда пьешь чай и понимаешь, что что-то тут не то. Нет, посторонних запахов вы ни в коем случае не получите, потому что здесь чайник разработан уже с помощью современных технологий. Нержавеющая сталь специально обработана, сделана она качественно. Это Mercury. Наверняка вы все знакомы с этой компанией, немецкое качество, поэтому будьте счастливы. Будьте счастливы, потому что вы будете экономить прямо сейчас 800 рублей. Наша новинка. От 1600 была цена, рекомендованная производителем. Сегодня, благодаря тому, что у нас невероятная акция, цена становится не 1600 и выше, как в обычных магазинах, а всего 790 рублей. Это мы, извините, не в магазин один раз вышли, продукты купили. Мы покупаем чайник, который пригодится нам и дома, и на даче. Да просто, знаете, с собой даже поехали куда-нибудь, пансионат отдыхать. Поставили в комнату такой чайник, он всегда пригодится. В любом общежитии, если у вас дети или внуки, пожалуйста, купите такой чайник. Если на работу, обязательно пригодится вам. Вот в кулере вода, например, у нас на работе не доходит для нужной температуры. Бывает такая пеночка плавающая. А у вас свой чайник. Вы всегда вкусно завариваете чай, кофе, а может быть травы. Полезная фитотерапия тоже никто не отменял. И сегодня за 790 рублей. Ну а если мы сейчас возьмем и углубимся, да, вовнутрь, заглянем как раз-таки-то и посмотрим, все-таки еще же он сделан, надо говорить о том, что внутри у вас, я в самом начале эфира сказал, да, что там нету нагревательного элемента. А что же там есть? Внутри он спрятан нагревательный весь элемент, поэтому нету вот этого, знаете, тена, на котором вот этот тен, который обычно мы видим в своем чайниках, он, знаете, обрастает накипью. Вот здесь такого нету. Здесь мы с вами видим, что все хорошо, все ровненько, а внутри как раз-таки-то и спрятан нагревательный элемент, что немаловажно. Удобно и практично. Моментальное нагревание за счет плоской большой поверхности. Нет накипи, благодаря тому, что нет спирали на поверхности, она спрятана внутри. Удобно просто, кстати, и объем повышенный, потому что мой чайник я посмотрела до 1,5 литра, а здесь объем 2 литра, то есть можно приготовить еще большее количество кипятка. Ой, а Николай тем временем меня радует запахами невероятными на наших сковородах готовит. Вы еще не успели для себя их приобрести? Тогда звоните прямо сейчас. 790 рублей 2 сковороды, представляете? 24-26 сантиметров. У нас все по 790 рублей. Если вы не успели записать номер какого-то лота, не беда. Вы можете позвонить к нам в колл-центр. Звонок с любого уголка России совершенно бесплатный. Вам даже не нужно запоминать цену на любой товар. Вы просто скажете, вот сейчас в эфире кухня, я хочу там 2 набора сковородок, пожалуйста, чайник, то. Что я подарю в подарок? Это туда. Вам скажут, хорошо, никаких предварительных выплат не нужно. Оплата только будет после получения. И рисков тоже никаких. Удобно и практично с телеканалом «Дисконт».